Привет, друзья! С вами снова Алексей и Центр Патриот Спорт. Мы продолжаем с вами заниматься дома, и сегодня нас ждет очень динамичная зарядка. Итак, первое, с чего мы сегодня начнем, это шаг на месте с высоким подниманием колена. Поднимаем одно колено вверх и противоположную руку. Маршируем так на протяжении 15-20 секунд, чтобы разогреть наши мышцы. Следующее упражнение – это махи руками. Наши руки двигаются друг к другу, и мы будто пытаемся себя обнять. Такие прям большие объятия, размашистые движения. У меня есть помощник, который тщательно наблюдает за тем, как я правильно или неправильно выполняю упражнение. Двигаемся дальше. И следующим упражнением у нас будет бег на месте с захлестыванием голени назад. Руки кладем сзади и начинаем бег одновременно с тем, чтобы наши голени как можно выше поднимались. Следующее упражнение – это махи руками вперед поочередно. Выполняем на протяжении 10-15 секунд, этого вполне достаточно. Следующим нашим упражнением будут прыжки с поворотом ног. Следующее наше упражнение будет называться конькобежец. Представляем, что мы катаемся на коньках, либо на роликах, кому как больше нравится. И начинаем прыгать из стороны в сторону, будто мы катимся на коньках. Нам не нужна очень большая амплитуда, так как все-таки это больше разминка. Поэтому чуть-чуть присев, делаем прыжок в сторону, в другую сторону. И продолжаем. После прыжка не забываем чуть-чуть приседать вниз на ногу, чтобы амортизировать. Не забываем работать руками. Итак, следующим нас ждет достаточно тяжелое упражнение, но я уверен, что все с ним справятся. Это будет бёрпи на 4 счета. Итак, сразу приступим. Исходное положение: ноги на ширине плеч. Первое. Мы приседаем. Руки ставим на пол и делаем отскок назад. Прыжок вверх. Итого у нас получается 4 счета. Первое. Раз. Два. Три. И четвертый прыжок. Выполняем 10-15 раз.
Следующее наше упражнение называется гусеница. Ставим ноги на ширине плеч, делаем наклон вперед и дальше шагаем на руках вперед как можно дальше. Возвращаемся в исходное положение, выпрямляемся и продолжаем дальше. Дальше мы поработаем над мышцами брюшного пресса. Исходное положение. Ложимся на пол, ноги сгибаем в коленях и стараемся достать руками наших пяток. Подчеркиваем сначала одной стороной, потом другой. Стараемся выполнить так по 20 раз на каждое касание. Соответственно, 20 раз до правой пятки, 20 раз до левой. Наше следующее упражнение будет называться скалолаз. Принимаем исходное положение, упор лежа. Руки чуть шире плеч. И начинаем подтягивать наше колено к груди. Поочередно. А закончим мы наше сегодняшнее занятие прыжками со сменой ног и подъемом рук. Начинаем упражнение. Закончили упражнение, встряхнули руки, встряхнули наши ноги, восстанавливаем дыхание. А на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, своих близких, своих родных. Будьте здоровы и до новых встреч!